Послание профессора Ханейкута Высшему Совету Утрома. Дорогие друзья, когда вы это увидите, меня уже не будет. Этим утром межпространственный транслятор, севший на Землю, сообщил мне о неизбежной катастрофе. Как вам известно, и Трицератоны, и Федерация желают заполучить мой телепортатор, чтобы использовать его в кровопролитной войне против друг друга. Они уничтожат Землю, охотясь за мной. Я вновь и вновь просчитал все возможные варианты и понял, что есть только одно решение. Я должен стереть всю информацию, касающуюся телепортатора, а затем сдаться врагу. Я знаю, что риск велик, и с вероятностью 95,6% я уже не вернусь. Но призываю вас, не пытайтесь меня остановить. Ибо, как сказано, ни один робот не познал любви, как тот, что готов отдать свое Озу ради своих друзей. Черепашки-ниндзя с нами! Это новый год, ниндзя, он за нас с тобой, ниндзя, тот же враг, тот друг, ниндзя, они сильнее всех вокруг. Черепашки с ней, единоборство и подклассы, для врагов они смертельно опасны. Три будут с нами каждый день и час, четыре, спасая мир, они спасают нас. Им неведом страх, ниндзя, пусть трепещет враг, ниндзя, по законам чести, ниндзя, братья слово в лес. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, черепашки ниндзя с нами. Волны истории. Приказ главнокомандующего: всем группам вернуться на челнок, мы отступаем. Повторяю, отступаем. Ну вот и все. Трицератроны уходят. Получилось. Знаешь, спасение человечества вызывает приятное тепло под панцирем. Сообщение поступает со всего мира. Трицератроны уходят. Свершилось. Земля спасена. И хотя власти так и не знают, зачем приходили трицератоны и что именно им было нужно, одно точно — приятно быть живым. Поздравляю вас! Ух ты! Дон, сейчас нам меньше всего нужно быть в центре внимания. Лео, мы летим на огромном космическом корабле по Пятой Авеню. Трудно казаться незаметными. Веселый Майки слушает. Привет. Профессор Ханейкут? Ну и ну. Сейчас я включу спикер. Мы как раз говорили о вас. У вас уши горят? Да нет. У меня уши из стального сплава. Нужно больше 25 тысяч градусов по Фаренгейту, чтобы началось горение. Я не это имел в виду. Профессор, ваш межзвездный сигнал очень чист. Как будто вы в миле отсюда. О нет, я не в миле. Я в 2,1 мили возле здания TCRI. Вы на Земле? Боже мой. Мы сейчас, профессор. Сейчас. Донни, надо срочно спрятать эту штуку. Приятно снова увидеть друзей. Хотел бы я сказать тоже, но трицератоны вас разыскивают. Я знаю, и потому я здесь, чтобы сдаться. Я передал сообщение трицератонскому командованию. Вы что? Вы спятили? Ах,
Активировать поле ноль. Двигатели на полную мощность. Обратный отчет. Сэр, вам сообщение, срочно. Сэр, это фуджитоид. Что? Слава рогу, Хугалера. Стоп двигатели. Выводи на экран. Премьер-лидер Зандрамон, вы гнались за мной по галактикам и были беспощадны к тем, кто вставал на вашем пути. Больше такого не будет. Я здесь, на Земле, чтобы сдаться вам и спасти миллиарды невинных жизней. Засечь источник. Поднять все корабли. Я требую собрать войско. Немедленно. Да. Привезите мне этого робота. Профессор, вы свихнулись. Вы знаете, что трицератоны сделают с вами. И что станет со знанием утромской технологии? Не бойтесь, друзья. Я уже стер из мозга всю жизненно важную информацию. Но, профессор, они разорвут вас, когда узнают. Я надеюсь на это. Я приготовил сюрприз для них. Класс! То, что нам нужно! Профессор в опасности! Мы что-нибудь придумаем. Донни, когда трицератоны будут здесь? То через... Если грубо, то через 2 секунды! Дошло мое послание. Уберите голову, профессор! Йо-ху, вот он я! Профессор! Что вы делаете? Я сказал, я решил сдаться. Эх, профессор, вы псих! Мы не допустим этого. Отдайте фуджитоида нам. Берегись! Ребята, рогачи решили дать нам уйти. Я здесь! Я здесь! Рафаэль, бери профессора. С радостью! Отпустите меня, прошу вас. Отпустите, я должен сдаться. Жаль, профессор. Мы, черепахи, не знаем такого слова. Это глагол, который означает «берегись». Надо было делать, как велели, детка. Друзья, уверяю вас, у меня не сгорели контакты. Я знаю, что делаю. Вы должны отпустить меня. Я просчитал вероятность. Я на 99,993 уверен в успехе. Но какой ценой, профессор? Нет, дайте нам время придумать другой план. И прошу, не выдавайте им наше убежище. Это не я. Они сами нас нашли. Но как? Ну, это, скорее всего, моя вина. Я рассказал трицератонам, как искать профессора по его позитронному излучению. Только так я мог убедить их, что профессора нет на Земле. Но он уже на Земле. Дон, насколько точен поиск? Мили? Кварталы? Дюймы. Позитронное излучение все сильнее. Сюда. Привет, трицератоны! Сюда, я здесь! Приветствую, профессор Ханейкут. Давненько мы вас разыскиваем. Я рад, что вы меня нашли. Не пришлось далеко ходить. Взять его! Командующий будет доволен. Профессор, когда скажем вниз? Вниз! И стрелять! Мы должны взять профессора невредимым. Идите за сигналом. Не дайте им уйти. Вперед! Беги, профессор. Не поможет. Вы не туда бежите. Трицератоны сзади. О, это уж слишком. Трицератоны сюда. Я здесь. Молчите. Нам надо
Бежать. Трицератоны не медлят ни секунды. Друзья, позвольте мне воплотить мой план. Я не могу допустить, чтобы кровопролитие продолжалось из-за меня. Я принял решение, и вы меня не остановите. Трицератоны, идите ко мне. Йоху! Его надо остановить ради его же блага. Отведите меня к своему лидеру. Да. Арестуйте меня. Сделай прошу. Что-нибудь. Я настаиваю. Да, экстремально. Я в панике. Дон, можно как-то выключить сигнал, который ловят трицератоны? Ну, я могу его замаскировать, но нужно время. И, может быть, профессор мог бы нам помочь? Донателло, почему ты так смотришь? Засекли. Достать оружие! Сигнал идет отсюда. Он должен быть... Что? Четыре сигнала? Я не понимаю. Делитесь на группы. Следите за всеми сигналами. Взять робота невредимым. И уничтожить всех, кто встанет на пути. Микеланджело? Учитель Сплинтер, вы не видели мою доску? Микеланджело, что случилось? Где твои братья? Простите, сенсей, но я тороплюсь. А, вот она. Иди-ка к папочке. Микеланджело, я требую объяснений. Не могу, учитель Сплинтер. Если я не уберусь отсюда, к вам пожалуют очень неприятные гости. Я объясню, но потом. Микеланджело, вернись! Где твои братья? Ты должен... Сюда, профессор! Пора лететь! Так! Вот мы и раздобыли колеса! Держитесь, профессор! Горизонт чист! Вперед, профессор! Медлить нельзя! Донателло, это неправильно. Меня разнесли по всему городу, а я так и не приблизился к своей цели. Ваш план — это риск. Мы вас им не отдадим. Надо спрятать ваш сигнал. Ребята будут уводить их от нас, пока смогут. Но если вы не поможете, трицератоны поймают их и уничтожат. Я не хочу, чтобы твои братья страдали. Я тебе помогу. Приветствую, Донателло. Всегда приятно видеть тебя в нашей обители. Профессор! Да? Нет, и не вы. Другой профессор. Что это у тебя? Это говорящий мячик. Класс. Да. Профессор, то, что я оставил у вас, еще цело? Абсолютно. Обещание дал, значит, задолжал. Я никому не отдал его. Спасибо, профессор. Побежал! Был рад познакомиться. Новое поколение всегда бегут. У меня есть теория, что... Надеюсь, вертолет, который мы с братьями одолжили у Шреддера, собьет трицератонов с нашего следа. Они ищут нас на земле. Или... Нет! Не знаю, как вам удалось обмануть наши сканеры, но ты уже не успеешь этого объяснить. Я попробую оторваться, а вы придумайте, как скрыть сигнал, профессор. Точно! Ой-ой-ой-ой-ой! Вот тебе рука! Ха-ха-ха!
Что же делать? О, боже! Я здесь! И это так экстравагантно? Ординарно! Командор, я нашел фуджитоида. Или его часть. Один есть. 10 000 впереди. Бежим, профессор. Вызываю Бишоп-1. Вижу цель. Прошу разрешения на выстрел, сэр. Выстрел разрешаю. Бишоп-снайпер, повторяю. Стреляйте. Есть, сэр. Что за... Вызываю Бишоп-1. Все прошло успешно. Робот у мутанта на борту. Подтверждаю наблюдение. Вас понял, сержант. Продолжайте наблюдение. Есть подтверждение. Черепахи захватили фуджитоида. Трицератоны идут за ними. Но контрмеры уже приняты. Уверяю вас, друг мой, каждый получит желаемое. Даю вам личные гарантии. Донателло, я готов. Я закончил создание синусоидальной волны, которая обнулит сигнал и сделает меня невидимым для... Супер! Теперь нам осталось включить ее. Держись! Лео, мы придумали, как скрыть сигнал профессора. Пора на рандеву. Я постараюсь. Но этого может и не хватить. Нет! Нет! Когда мы станем друзьями? Посторонись! Неплохо. Майки, хорошо, что мы разделились. Не просто обмануть летучих динозавров, когда они знают каждый твой шаг. Надеюсь, тут хватит места троим. Двоим с половиной. Теряй его! Быстрее, Рафи, быстрее! Тупик! Знаешь, Майки, не люблю бегать, но люблю драться! Да, здорово быть ниндзя. Вот, профессор, эти антенны то, что доктор прописал. Точно, перестрой позитронные рецепторы на цифровое излучение. Вы живы, профессор. Пора запустить в эфир маскировочный интерфейс. Загрузка интерфейса. Сигнал все сильнее. Они близко. Антенны. Передача. Есть! Что? Нет! Ищите! Нельзя потерять их, иначе нас обезглавят!
Хорошо, что вы снова в сборе, профессор. Да, согласен. Но давайте признаем реальность. Если у вас нет альтернативного плана, я просто обязан сдаться трицератоном. Дайте срок, мы придумаем план, профессор. Стоять, вы окружены. Бросьте оружие и поднимите руки. Иначе мы откроем огонь. Продолжение следует. Создатели истории персонажей Кевин Истмен и Питер Лэрд. Исполнительные продюсеры Гэри Ричардсон и Фредерик Фирст. Продюсер Сара Несбит. Композиторы Ральф Шакет, Расти Эндрюс, Джон Энджье, Марк Бейдинг, Лоу Картелецци, Джоэл Дойк, Джон Питерсон, Пит Скатура, Джон Сейглер, Джон Ван Тонгерен и Рассел Веласкес.